хочу рассказать об одном салате, который называется виноградная гроздь. Итак, что нам для этого понадобится? Нам понадобится 3 яйца. Я его потерла на терочке. 50 грамм твердых сортов сыр. Естественно, виноград, я его порезала вот пополам. Буквально 5-6 грецкого ореха порезала. И 200 грамм говяжьего фарша. Я его притомила, обжарила на сковородке. Только при жарке не давайте, чтобы он жарился, а немного томился. Здесь, естественно, присутствует лук. 2 средние луковицы. Итак, будем собирать наш салат. Значит, на блюдо выкладем в первую очередь фарш. Будем стараться сразу формировать как бы нашу гроздь винограда. Здесь расширяем эту часть, а эту удлиняем вот так вот полукругом, вот так вот примерно будет смотреться. Итак, дальше немножко можно смазать чуть-чуть, такую вот сеточку сделать, промазать, и высыпем наши орешки. Так, опять немножко можно вот такую вот майонезную сетку. Затем попробуем выкласть яйца сверху. Все это также будем по форме укладывать. Здесь что рассыпется, ничего страшного, все это поправится. Также управляем, укладываем. Так, смазываем. Добавим. Вот так вот. Так, теперь сверху притрусим нашим сыром. Также придадим форму, будем придавать нашей виноградной кисточке. Теперь придется вам обильно хорошо смазать. И поверх уже этого майонеза будем выкладывать
Наш виноград. Ну что, приступим. Итак, вот такими вот движениями немножко я наляпала. Ничего. Вот так вот аккуратненько. Постараемся. Выкрасти. Ну что сейчас у нас дальше получится, мы вам покажем. Итак, мы выклали нашу виноградную кисть. У нас вот так вот получилось. И осталось нам добавить вот эти вот веточки петрушки, имитируя листики винограда. Подсовываем под низ. Эту веточку можно посерединке. И вот такая вот кисточка у нас получилась. Всем приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал и узнавайте много нового. Всем пока!